Приветствую на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть Sniper Elite 3. Так. И сейчас нам надо добраться до одного тела, которое сохранилось от нас в неприступной крепости. Ой. Это я еще как-то что? Загрузился-то как-то еще. Ладно. Смотрим, смотрим, смотрим. Так. Куда тут можно идти? Что тут вообще есть? Ты что запыхался? Такие соседи у дома просто перешел. Так. Сейчас второго, подождите, грохну. Здесь есть. Это мы стреляем с такой. Ух ты. Это что-то хорошенькое, что-то красивенькое, да? Или что? Блин. Еще ходит свою жопу там вертит. Давай, давай. Где ты? Durchkämmt das ganze Gebiet. Halte die Augen offen. И? Поведешься? Какой дурачок. Вот на стену это разглядывал. Да. Оп. Где ты? Так, и туда-то охота сходить, и сюда-то охота сходить. Ладно, будем делать по порядочку. Тихо. Вот так. Все, его мы пометили. Теперь от нас он никуда не уйдет. Два. Вот тут интересно, есть кто-нибудь, нет? Я не могу упустить этот шанс. Не получилось. Да. Я попробую собирать походить. Потом упусти. Ну вот сюда уйдем. На север. Так, а что тут есть? Вот тут есть, так, боеприпасы есть. Что еще тут имеется? Блин, туннель, который кончился уже. Понятно. Так, ну я видел. Ну-ка, давай-ка сюда. Раз, два. Я вижу, что наверх можно залазить. Точно помню, что там тела. Потом я просто обязан сюда пойти. Что
Что у меня здесь? Вот, блин, не дай бог, здесь можно было просто подняться. Ну, что-то типа такого же, да? С двух сторон. Куда? Вот здесь вот тело было. В жарких пустынях необходим 1 галлон воды в день. С таким рационом в дневное время вы сможете проходить около 10 миль. Однако, если вы ограничите выделение пота и будете идти во время прохладных пустынных ночей, вы сможете преодолеть в 2 раза больше расстояния. Чтобы найти дополнительные источники воды, ищите излучины сухого русла и копайте под внешним берегом. Под поверхностью там будет часто попадаться вода. Следите за полетом птиц, особенно на рассвете и на закате. Птицы часто кружат над водоемами. Полезно знать. Действительно полезно. Так. Здесь я на кура лезла, надо будет спуститься, посмотреть. Что я там натворил. Чего-то взял, что-то максимально, что ли. Это я снайперскую позицию по-любому нашел. Да. А вот не это. Что я еще нашел что-нибудь? И кого я должен был тут отстреливать? Не пойму с первого раза. Ну все, вставай. Все враги давно уничтожены. Снайперов нету. Эти все уничтожены. Машины я все взорвал. Так что... Давай, посюда. Слезем. Хоть посмотрим. Да, все-таки. Ага, вот надо было прыгать. Залазить на дом и прыгать. Ну. Давайте. Обследуем местность. А, смотрите-ка. Вот он, козел. Ходит по скалам. Видите? Наш дружок. Так. Ой, это я перебежал уже. Далековато. Прошу прощения. Так. Я как понимаю, с другой стороны карты тоже делать не будет нечего, если я здесь ничего не найду. Потому что туда машины уходили. А, вот посюда можно было еще куда-то подняться. Смотрите, хорошее местечко. Карта есть? Лопата. Я думал, это гранатомет. Здесь осталось. Стоп. Что разветвление? Так, одно мне не надо, точно. Второе напрямки. Куда ведет, неизвестно. Вот это вот куда ведет? Что здесь имеется? Тоже какое-то укрепление, ага. Мне недоступное. Ладно. Идем, у нас беды заждался уже там. Наша жертва. Ого, еще одно место для снайпера. Все, встаем. Обозначили.
посмотрим, что у нас здесь среди бочек. Лежишь. Блин. Спокойно. Да. Вот не задача-то. Куда? Давай, тут где-то еще один был. Давай. Пуля быстрее. Для начала присядем. Попался. Попался. Вот спрашивается, стоило на то. Моськи-то свои вертеть. Кричит еще. Всех же уж перебил здесь. Так. Ладно. Стоять. Вот он. Вот она, голубчик. Алло? На тебе. Вот ты появился на такой трюк. Прямо ужас. Меня-то за столом не увидел еще. Ну ладно, это твои проблемы. Так. Я даже не знаю, стоит ли меня. Так. Тут по-любому где-то документы должны быть. Которые мне коллекционно нужны. Только где их искать тут? Карты. Так, вот это что? Эпидемия требует много внимания. Я отправляюсь на объект, чтобы наблюдать за исключительными этапами строительства. В мое отсутствие командовать будет Оберст Йохани. В случае атаки противника докладывать ему. У него также будет комбинация от сейфа, если вдруг понадобится доступ к его содержимому. Вот так вот. Знаете, где комбинация сейфа? Ух ты, это что за винтовка? Улучшенная. Я даже не знаю, стоит ли она мне того. Улучшенная. У меня тоже там прокачанные стволы. А, кстати, у меня прокачанные стволы, точно. Как же я могу менять их? Так. Что тут есть? Блин, я-то думал, тут крепость, которую хрен возьмешь. А тут так. Да, вот так прошли, обратно вот так пройдем.
Что? Что? Интересно, кто за мной придет сюда? Очень ли, знаете, хотелось это выяснить. Ух ты, блин. Взял, не посмотрев. Ну ничего, ничего. Вот здесь поди, кто-нибудь на скал. О. Вот, кстати. Сейчас. Сейчас посмотрим, кто тут обитает. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ух ты, смотрите-ка, какая прелесть. Это вот оттуда поди надо было фигачить-то их. Так. Где ты? Ну-ка. Это раз. Чё, не знаете, откуда прилетело? Или знаете? Давай, второй. Так. Давай-ка тогда заберу это. Кто ко мне тут еще прийти хочет? Ну. Опаньки, ничего не найдено. Ну давай, тут два же тела. Так. Улучшено, это хорошо. Так. Вот он ты. Не повезло тебе, да. Так, вон еще одна катакомба. Куда зайти можно? Вот так вот. Да? Ну ладно. Я вообще-то думал, там по другому какому-то ходу можно пройти. Надо посмотреть, что здесь, где и как. Можно, короче, пакостить и пакостить. Вышел. Хорошо так вышел. Здоровски. Первый есть. Давай, второй там же есть. Давай, где ты? Вот он ты. А мне, кстати, за тобой вроде и надо было. За тобой и отправили. Понятно. Вот тебя вынесли тогда. Получается. Ну и тебя. Все. Надеюсь, документы все важные. Ты хранишь при себе, падла.
Так. Минутку, где у меня камень? Дневник. Дорогой Марти, мы очень волновались, когда узнали, что ты был ранен, но слава богу, ты жив и можешь писать хотя бы или хотя и левой рукой. Мне очень жаль твоего приятеля Салли. Пусть Бог благословит тебя, сынок, и дадут тебе скорейшее выздоровление. Горжусь тобой, твой отец. Отец на холодец. Так. Давай, а где тут? Что есть, нету взять. Ну и комбинация шифра, или что, или сам шифр. Так, Йохани, присмотри за этим местом в моем отсутствии. У меня плохое предчувствие, плохо. Похоже, нас ждут неприятности. На всякий случай предлагаю комбинацию от сейфа в штабе. Защищайте его ценой собственной жизни. Если объявится призрак пустыни, сообщите мне, я немедленно пришлю подкрепление. Надо даже, блин... Подкрепление пришлю. Ой-ой-ой. Брауэр? Брауэр! Ну? Ты был прав. Видишь? Я же говорил! Брауэр! Давай, давай, вали его. Остался здесь. Еще и пешеходы есть. Хребет тебе вынесу, ну-ка дай-ка. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите, как я вовремя. Ладно, подождите, давайте по-другому маленько так. Так, где у меня? Так не получится? Или получится? Давай тогда так тебя выведем из строя. Теперь ты, по-моему, больше никуда не поедешь. Вот так. Все. Так оно и должно быть. Подожди, не спеши. Вот сюда мы тебе сейчас еще напихаем. Так, где у меня? Вот так.
Блин, не получилось. Стрельба, загрузка. Так, динамит. Есть. Целых два даже. Блин, а как тебя тогда? Чтоб ты не видел тут. Ты взорвешься? Куда? Сейчас, ага, дам я вам. Размечтались, чтобы я дал вам убежать. Так. Смотрим, что с них можно подобрать. А ведь мне нужен динамит. Динамит, динамит. Спокойно. Ну что, думаю, на этом все. Увидимся в следующем видео. Пока.